За останній місяць я схуднув на 7 кілограмів, бо пообіцяв дружині, що важитиму 90. Залишилося ще 7. За місяць кожен зможе. А якщо за тиждень? Скільки разів треба підтягнутися і скільки яблук з'їсти, щоб позбутися пивного мозоля? Чоловіча битва дієт. Ну что, на этой неделе у нас эксклюзивный батл суровых мужских диет. Реально ли скинуть надоедливое пузо за неделю, проверит Лёша. Оголяйтесь так. На пояс. Дай музыку включите, пожалуйста. Ого, вижу фронт работ. И Женя. Бачите, он у нас уже зашел в червоную зону. Червоная зона означает ожирение. Это не очень добре. Каждый месяц Лёша обещает себе перестать жрать и заняться спортом, но не может себя заставить. А Женя целый день сидит в офисе, а после ведет активную ночную жизнь. То есть и пьет, и ест поздно. Кто сбросит пузо первым? Начинаем батл. Лёшу я отвела фитнес-тренеру и профессиональному спортсмену Диме. А еще он вкусно готовит диетическую еду. Скажи, вот какая самая распространенная проблема, с которой обычно приходят парни в зал? Конечно, чаще всего это лишний вес, ну, особенно вот эта часть, которая... Пивной животик, да. Ох уж эти пузатики! Леша? Я пришел со своей проблемой. Мне кажется, это еще не крайняя степень проблемы. Для чистоты эксперимента взвешиваем Лешу и меряем его талию. Ну, это сложно талией назвать. Замеряем то место, где должна быть талия. Объем талии 108 сантиметров, вес 111,5 килограмм, а рост 1,98 м. Ну, килограммов 15-20. Нужно будет потерять, сбросить безвозвратно. И чем же у нас Леша будет питаться целую неделю? Как у нас Алексей сейчас питается? Хорошо, сытно. Сытно много. И, скорее всего, беспорядочно. Конечно. Давай остановимся на 5 приемах пищи. Ты будешь кушать каждые 3,5-4 часа. Рацион будет состоять из белков, овощей, фруктов и несложных углеводов. То есть цельнозерновых каш. Свиной рульки и пиво я не перечислил, это не зря. То есть, как таких обычно, продуктов... я не смогу, да, баранью зажаренную ногу перед сном съесть? Нет, Алексей, ты должен получать калорий меньше, чем ты будешь тратить. Если и у вас пивной мозоль на месте кубиков пресса, запоминайте, как от него избавиться. Завтрак. 50 граммов овсяной крупы, можно гречневой, можно бурого риса. Варить на воде, можно добавить какие-то специи, плюс... одно целое яйцо и 5 яичных белков. То есть яйца отварил, желтки выбросил, белки оставил. В желтках содержится очень много холестерина, который закупоривает сосуды. На второй завтрак через 3-4 часа 200 грамм нежирного творога и фрукты. Это может быть яблоко, апельсин, но ни в коем случае не бананы, не виноград, потому что они содержат очень много углеводов, простых сахаров, которые нам не нужны. Обед у тебя будет состоять также из небольшого количества крупы цельнозерновой, также 50 граммов сухого продукта. Плюс 200-250 грамм нежирного мяса. Это может быть телятина, это может быть куриная грудка, это может быть филе индейки, либо нежирная рыба. Минтай, хека, седрина или скумбрия. Салат из овощей, это могут быть сезонные, любые овощи, порядка 200-300 граммов. Можно заправить небольшим количеством растительного масла. Соль добавлять можно, но чуть. Четвертый прием пищи будет состоять из омлета, также из одного яйца и 5-6 яичных белков. Без желтков. Да, можно его сделать, например, с замороженными овощами. То есть разогрел овощи, небольшое количество. И залил. И залил, да. На ужин нежирный творог, заправленный нежирным йогуртом, плюс граммов 20 орешков. Лучше всего брать миндаль. Или лесные орехи и грецкие. Чай, кофе можно пить без сахара. Сладкое, либо ложку меда в кашу, либо 20 грамм черного шоколада. Только в первой половине дня. И самое главное, за полчаса до каждого приема пищи нужно выпивать один стакан воды, чтобы в день получалось 2,5 литра. Кушать такому большому парню нужно, потому что ты еще будешь и тренироваться активно. Леше предстоит каждое утро сжигать жир, бегать или ходить в быстром темпе около часа, а вечером
Он будет наращивать мышцы и качать пресс. Силовая работа обеспечит нам, во-первых, поддержание мышечной массы в тонусе, во-вторых, будет способствовать выработке гормонов, которые отвечают за жиросжигание. Все упражнения займут 20 минут времени. Если у вас дома есть гантели, запоминайте. Каждое упражнение делаем по 12 раз, ежедневно добавляя по 1-2 повтора. Так, чтобы к концу недели было 20. Первое упражнение будем делать тягу с жимом. Гантели по бокам, ноги на ширине плеч, садимся. Подтягиваем гантели к груди, закидываем на плечи и выжимаем вверх. Дальше пресс. Выполняем сетапы, полные подъемы корпуса. Стараемся ноги от пола не отрывать. И снова гантели. Становая тяга с протяжкой. Гантели внутри, ноги ставим пошире. Приседаем, берем гантели параллельным хватом и выбрасываем до уровня груди, делая выдох. Дальше пресс, подъем ног, стараемся оторвать поясницу от пола. Присед с жимом вверх. Исходное положение гантели у плеч. Ноги на ширине плеч, носочки развернуты, спинку держим прямо, приседаем, поднимаемся, одновременно выжимая гантели вверх. При этом выдыхаем. Дальше пресс. Притягиваем плечи к коленям и снова гантели. Вот за это положение выбрасываем гантели вверх, перехватываем другой рукой, идем вниз. Потом подъемы корпуса. И последнее упражнение комплекса – это берпи. Оно очень эффективно. Упрись хорошо руками в пол. Делаем отскок назад. Отжимаемся. О, это вообще громко сказано. Ну, пробуем отжаться. Отлично. В исходное положение. И выпрыгиваем вверх. Отдыхаем 1,5-2 минуты и повторяем круг 4-5 раз. Рацион питания есть, упражнения все расписаны. Леша, ты готов? Ну, готов. Я думаю, что я чувствую, что за первую тренировку я уже килограмма полтора на разбросе. На очереди второй подопытный – Женя. Его тренер Николай очень суров. Ну что, Женя, вот, показывай наш фронт работ. У нас есть над чем заняться. Ну, для чистоти експерименту ми його найперше зважимо. І друге, варто зробити тільки один замір – це замір живота. С ростом 175 сантиметров Женя весит 95 килограмм. Ну, я теж важу 95. Десь для твоєї статури ти би мав важити кілограм 84. Десяточка смело должна уйти. Мінус 10 – це перший пункт. Оголяем телеса для заміра талії. 106. Бачите, він у нас вже зайшов в червону зону. Червона зона означає ожиріння. Так що це не дуже добре. Ничего себе! Ожирение – это уже болезнь! Внимательно слушайте, как ее побороть. Основу раціону мають складати білки і не крохмалості овочі. Исключаем крупы, хлебобулочные изделия, сахар и газировку. Харчуваться треба щонайменше разів 4-5 за добу. Тобто це можуть бути великі прийоми їжі, це можуть бути якісь перекуси. Для Жені це настоящий визов, ведь он привык їсти один раз в день. На сніданок 3 або 4 варених яйця, плюс цільнозерновий тост, плюс якийсь фрукт. Це можуть бути цитрусові, це може бути ківі, може бути банан. Через 3-4 часа нежирний кефір і яблука. На обід ви маєте забути про рідке. Тобто рідкі страви виключаємо, тому що це додаткові калорії. Супчик, це плохо. Ми народжені їсти тверду їжу, для цього в нас є зуби. І наша травна система спокійно все переробляє. Поэтому обед настоящего мужика – это 200 грамм нежирного мяса или рыбы и столько же овощей. Пізніше так само у нас має бути десь в годині плюс-мінус 5 перекус. Можно творог либо кефир с фруктами. Ужин не позже 8 вечера. Опять же мясо или рыба. А еще ожирению способствует недосыпание. Поэтому Жене надо спать не меньше 8 часов в сутки. И еще один момент – это пить много воды. Тобто, если мы увидели, что у вас вага 95 кг, в среднем мы можем разделить на 30, это до 3 литров воды треба через себя пропускать в день.
С питанием понятно. Теперь тренировки. Сразу тренування треба розділити. Один день ми пахуємо дома, віджимаємося, качаємо прес і так далі. А другий день ми виходимо на свіже повітря і займаємося пробіжкою. Бігати потрібно не менше часу, а в другий день виконувати серію із 6 упражнень, повторяя її 5 разів. Це займе полчаса часу. Перша вправа в твоїх силових тренуваннях – це будуть віджимання. Як з віджиманням? Слабенько. Приймаємо положення планки і поїхали. Корпус тримаємо рівно, спину не прогинаємо. Віджимаємося 10 разів. Всього за тренування буде 50. Після віджимань йдуть присідання. Відводячи таз назад, присідаємо. Оп. Присідаємо 20 разів. Далі ложимося на пол. Наступна вправа буде для м'язів живота, яких поки що там нема, ми їх будемо там десь шукати. Так. З такою вагою, як в тебе, не можна робити підйоми корпуса, можна робити тільки скручування, лежачи на спині. Піднімаємо коліна і тягнемося підборідком, так сказати, к небу. 20 разів. Наступна вправа вже. Значить, називається спліт-присід, або ще дехто любить називати випади на місці. Делаем по 20 на каждую ногу. И последнее – это всем нам знакомая планка. В этом положении думаем про высокий и стараемся не прогинать поясницу и не выпячивать таз. Так стоим минуту, с каждым днем добавляя по 15 секунд. Ему треба буде повторити цей весь круг 6 разів щонайменше. Ого! Наши реалити стартуют. Ребята будут вести видеодневники, и вы сможете наблюдать за их успехами и неудачами на социальных страницах абзаца. Пишите нам и вы. Ну что, приходится без этого производства делать. Все занимается делом. Я еще параллельно кушаю. 785. 786. Кто из них быстрее избавится от торчащего пуза, узнаем ровно через неделю.